2 октября. Хороший облет у пчел. Начинается лед божьих коровок. Самое плохое, что это не та божья коровка. Не наша божья коровка. Это азиатская божья коровка. Азиатская божья коровка, ее изменчивая или арлекин называют. Она бывает очень разная. Такой. Такой. Или такой. Но это один вид. Или вот 2 разные божьих коровок одного вида. Это азиатская или китайская божья коровка, которая, в отличие от нашей, кроме того, что любит тлю, она еще любит очень сильно виноград, всякие яблоки и достаточно болезненно кусается. Кусается она как примерно как осенняя муха-жигалка. Ну что, раз не пустила нас пойма к колодам пойменным, то на ужин придется нарезать хотя бы меда с колоды, которая стоит на берегу. И вот ее порвало, вижу. Видно, что колоду порвало. Пчелы начали прополисовать щель. Но это не страшно. Вот эта колода. Пчела вглубь колоды ушла, ближе к рядку. Вот сейчас мы вот этот язычок отрежем. Будут они зимовать без одного языка. И думаю, что ничего страшного с ними не случится из-за этого. Так, язык срезан. Крайний. Вот он. Вот мед. Да. Вот такой вот сотовый мед с колоды. Берем мед. 2 октября. Будем снимать пробу. Следующие пчелы — это рыжие клиенты. Будем разбирать домики. Они сейчас дозревают в сарае, защищенные от птиц, от мышей. И будем в ноябре уже разбираться с ними. Можно будет заказать коконы по 3 гривны штука и новые такие домики 200 гривен штука, 80 трубочек примерно, это 800 кокономест, плюс-минус 800, может 700, 1000 кокономест в таких домиках. Домики 200 гривен и 3 гривны кокон. Домики заполняются очень неплохо. Вот видно, все трубочки практически закрыты.